Царапання поверхні – здається, звичайний рух руками. Втім, саме він є основою доволі цікавої техніки виконання графічного малюнку. Гратографія або гратаж з французькою, шкрипти або дряпати. Особливість техніки в тому, що дряпання відбувається по восковій поверхні. Основою малюнка може бути папір, картон, залити тушшю або чорною гуашшю. Цю техніку часто використовують у художніх школах, студіях малювання. Ближче познайомитись з гратажем нам допоможуть у Миколаївській дитячій художній школі. Гратаж – це техніка преддвері гравюри. Це коли наверх, поверх бумаги натирається либо воском, либо розплавляється воск, наноситься кісточкою. Вот. Потом сверху мыльным раствором и завершается все черной краской или черной тушью. Дается высохнуть этому всему. И потом начинается сам процесс. Почему называется гратаж? Гратаж с французского «процарапывать». Начебто техника не складна, а ось спробувати свої сили в ній наважується не кожен, а даремно. Такі роботи оригінальні, емоційні, об'ємні. Сама техніка дуже рідка, употреблялася вона в основному в кераміці ще греками, етрусками, на вазах. Вони робили поливані вази, потім процарапували на ньому рисунок. А починалось, мабуть, ще раніше, коли первобитний чоловік замазав там стінки пещери глиною, поверху рисував угольком. Все це вилилось з графіто. Ця техніка з'явилася в 13 веці в Італії, коли стали початок Возрождення, після темних віків вирішили все-таки як-то украшати здання, забори. І тому стали класти штукатурку спочатку, наприклад, білу, потім чорну, потім сіру, потім красну. І коли раствор висихав, його просто зашкрябували. В начале 20 века в России эта техника называлась гратография. От французского слова «гратаж» тоже «процарапывать». Очень известная работа Добужинского Мстислава Валерьяновича. Иллюстрации к произведениям Достоевского. Життя контрастне. Так і на папері. Контраст світлого і темного фонів, білого і чорного кольорів створює експресію, чуттєвість. Це простір для фантазії, експериментів. Словна передача пространства, об'єму посредством того, як тонка ли лінія або толста. Чим ближче, тим вона утолщалась, чим далі, тим вона утончалась, і це виходило, як би уходило в пространство. Сейчас мы пользуемся этой техникой с детьми, потому что быстро можно увидеть результат. Особенно это важно для детей маленьких, которые долго работать им тяжело. Мне очень нравится эта техника. Я хотела передать, чтобы фазан был очень ярким, веселым, радостным, и чтобы он всем поднимал настроение. Я изобразил, как зимородка выныряет из воды. Она так пытается нырять сначала в воду за рыбой, а потом выныривать. Это я видел с книжки. Немного фантазировал тут. Птица. Я не знаю, как она называется, но она будет ярких цветов на не сильно ярком фоне. На черном картина выделяется, она очень ярко смотрится и красиво.
Для роботи нам знадобляться папір або картон, олівець, фарби, пензлик, свічка, тобто віск або парафін, чорна туш або гуаш. Інструментом для прошкрябування поверхні по воску може бути спиця, використана ручка, зубочистка, голка, циркуль тощо. Словом, все, що може зняти шар воску. Беремо чистий лист. І далі у нас три пути розвитку. Либо ми просто білий лист натираємо воском. Кстати, крім воска, ще використовували жовток, мел і білу глину, но за неимением дорогих яиц мы будем пользоваться просто парафином или парафиновой свечкой и очень аккуратно натирать каждый кусочек, маленький, по маленькому кусочку, чтобы не было никаких белых шершавых мест. Мы можем, значит, свечкой натереть, можем в водяной бане расплавить эту свечку, взять кисточку и кисточкой очень мягко пройти эту бумагу. Можно сначала разукрасить этот лист, не оставляя его белым, потом опять же точно так натереть воском хорошо и потом мыльным раствором. Почему мыльный раствор нужен нам? Потому что на жирный воск краска или тушь не кладется. Можно вместо воска вот такого свечек взять восковые мелки, называются они pastel oil, и просто ими работать. Ими можно уже сделать работу полностью готовую и потом ее покрыть черным, либо без натирания свечками, потому что пастельные мелки оставляют тоже жирный хороший след. Вот. Либо просто из головы так вот хорошо закрасить этими мелками, и потом уже поверху придумать свою какую-то композицию. Значит, девочки у меня еще делают такую вещь. Частично оставляют графику черной ручкой, все остальное делают цветом, покрывают воском, потом процарапывают. Вот она начала делать. Окружающий мир будет цветной и процарапанный. Здесь, естественно, у нее была река, там она стала голубой, потому что, когда снимаешь верхний слой, появляется красочный слой. Почему так интересно работать в этой технике? Потому что можно сделать какие очень мелкие детальки, вплоть до каждого перышка, до каждого маленького такого тоненькой детали. Можно просто сделать фактурами разными, то есть разную поверхность передать. А можно сделать, как в деревянной графике, все грубо, четко. И вот как эта веточка сделана, просто очень приблизительно, скажем так, для детей. Еще есть интересная вещь, когда комбинируется гратография с графикой тушью, пером, и размывка идет кистью. Тоже мелкая очень работа. І з кожним роком навчання техніка виконання робіт удосконалюється і ускладнюється. І на папері вже можна помітити не просто кольори, а напівтони, контури фігур, відблиски світла. Для маленьких дітей характерно просто вибирання чорного цвіту і тоненькими полосочками показані контури людей, собаки, домов. Вот. А уже старшие ребята уже пытаются передавать полутона, уже скрывающиеся какие-то фигуры. Вот. Эти ребята ездили на музейную практику за границу со мной уже много лет. Поэтому это Венеция. На каникулах мы ездим за границу, желательно в такие места, где существует шикарный музей. Вена, Париж, Рим, где есть экзотика для нас, такая, которая впечатляет, потому что ребенок без каких-то впечатлений обалденных, которые вот выбивают его из колеи, его очень тяжело сподвигнуть что-то сделать. Ночной Ватикан, вид с моста Святого Ангела. Вот. А вот это вот Австрия. Это музей возле памятника Марии Терезии. Еще одна детская работа, которая характерна, полутонов нет, только либо
очень яркая выскребленная, либо широкими штришками сделаны полосочки, скажем так. Ну и разница, конечно, очень видна, контраст. Покрывать сверху можно и другими красками, не только черный. Можно написать работу гуашью, а потом поверху покрыть ее белым. Также можно на любом контрасте сыграть красный, черный, там желтый, темно-синий. Перед тем, как садиться работать, еще обязательно нужно дать высохнуть, хорошо высохнуть, как черной краски или темной краски, то есть по самому верхнему слою. Вот, иначе будет воск уходить большими пластами. Вот у нас уже есть заготовка, которая подсохла, и нам нужно найти или заново нарисовать. Пусть оно не будет совпадать, рисунок не будет совпадать с тем, что находится под этим. И мы начинаем потихонечку смотреть, что у нас будет здесь. Что у нас будет здесь? Немножечко снимем, посмотрим, что это у нас такое. Мы начинаем смотреть. У нас была птичка. Значит, мы попробуем вот ее сейчас вот так вот красиво, красиво сделать. Большие перышки, потом маленькие. Перед этим дети учились рисовать фактуры разные, карандашом, красками, пером. Потом через одного можно выбирать, например, выбрать. Вот что у нас получилось. Это, конечно, очень быстрый такой рисунок на воске. Поэтому и хочется давать его детям, потому что они видят результат практически за 2-3 урока. Чорно-білі, різнокольорові гратажі виглядають чудово. На папері уживають дивовижні птахи, риби, метелики, квіти, дерева, навіть цілі міста з жителями. Це дивовижна мить, коли фантазія, натхнення перетворюються в реальні образи на папері.